Бүгінгі заманда татар тілі біркімге де керек ме? Во-первых, я хочу сказать, что я сразу с тобой не согласен. Ударить, бить, драться, сугенерге. Шешен елкорва. Эйда подкаст. Учим татарский. Дуслар, сәлем, сәлемсіз, это Эйда подкаст. Меня зовут Айнур, я по-прежнему учу татарский. Мин татарша иренем. Мин Римма, хамин татарша иретем. Сегодня у нас тема, как спорить татарша. Татарша спор – это бехас. Бехас. Бехас у нас и спор, и пари. Когда мы заключаем пари, мы говорим бехас ме, бехас. А дальше уже приводим какие-то аргументы. Аргументы на татарском будут далиль, далиллер. Аргумент – это далиль, аргумент – это далиллер. Это практически все основные слова, которые надо знать, когда мы начинаем спорить. Айнур, если у тебя есть еще вопросы по спорам, давай, будем обсуждать. Римма, во-первых, я хочу сказать, что я сразу с тобой не согласен. Я начинаю спорить. Нет, я шучу. На самом деле, ты, мне кажется, сказала самое главное, что ты связала два слова. Если спор, то нужны аргументы. Ну вот, я хочу сказать, как сказать по-татарски «я с тобой не согласен». Килешмим. Килешмим. Я не соглашаюсь с тобой. Килешмим. Яки риза тугель. Риза тугель. Мин риза тугель. Хорошо. Сейчас вопрос на логику. Как будет «я согласен»? Я только хотел у тебя это спросить, ты меня с языка сорвала. Мин риза, наверное. Мин риза. Мин килешем. Альбетте. Мин риза, мин килешем. И все. Можно сказать, спор уже все закончен. Это самое мудрое будет. Ну, и самое главное у нас в споре что? Если это цивилизованный, красивый спор. Ну, я знаю, к чему ты ведешь. Наверное, взаимному уважению дебатирующих или спорящих. Конечно, уважение, оно всегда обязательно. Хормет. Хормет ихтирам. Без башкаларны хормет итебес. Или без башкаларны ихтирам итебес. А нельзя сказать «мин сизны»? Хурметлим или ихтирамлым? Это будет ошибкой? Да, лучше сказать «мисизны хурметитам», «мисизны ихтирамитам». Римма, а как сказать «я уважаю хурму»? «Мин хурмены хурметитам». Спасибо. Окей, что еще? Ты хочешь сказать, как будет уважаемая хурма? Хурметли хурме? Айе. Домитик. Если мы не согласны, мы еще можем сказать «мин хорше», то есть «я против». Мы не только не согласны, мы еще и против. То есть, если мы за, бзетя без риза, если мы против, бзетя без минкарша. Яхше. Так, а если мы ставим под сомнение, если мы не уверены, если мы сомневаемся, у нас очень короткое слово шик. Шик. Например, сомнительный шикле, то есть сомнительный аргумент, шикле далиль. Я сомневаюсь. Мин шикляна. То есть, прекрасное слово шик на татарском языке означает сомнение. Шик. А чтобы привести доказательства, нам нужно, наверное, опираться на какие-то исследования, на какие-то научные разработки, на какие-то примеры, истории жизни. Давай обсудим, как это будет на татарском. Исследование. Ирену, яки тикширену. Ирену, тикширену. Фенни тикширену, фенни ирену. Но еще можно сказать фенни эзляну. Эзлярге искать, эзляну. Ну, искать уже для науки. Арима, а почему нельзя сказать просто тикширю? Тикширю, почему тикширену? Тикширю – это просто проверка. Меселен, аэропорта тикширю. Айе, проверка, контроль, тикширю, девиз. Документарно тикширю, шисталопно тикширю. А тикширену мы проверяем за проверкой. То есть у нас это какая-то методичная работа. Онгладым, рахмет. Примеры из жизни. Как можем перевести слово «пример» на татарский язык? Я знаю два слова. Это «урнек» и «мисал». А теперь на примере слов «урнек» и «мисал» посмотрим, чем они отличаются. «Мисал» — это вот как раз пример. Пример из жизни. «Тормуштан мисал». А «урнек» — это образец. То есть то, к чему мы хотим соответствовать. То, к чему стремимся. Или просто образец для заполнения каких-то документов. Где вот по диагонали написано «образец», по-татарски там должно быть написано «урняк». Это мы все про красивый спор, про культурный. Кстати, есть красивое слово, чтобы обозначить вот культуру ведения спора. «Менезара». «Менезара». Вот то, чего сейчас не хватает в каких-то интернет-баталиях. «Менезара». А вот антоним, то есть совсем не культурный спор, не конструктивный. Как говорят, на татарском это будет уже талаш. Талаш. Ссора, конфликт,
скандал, передряги. Сюда же можно отнести другие неконструктивные действия дебатирующих. Что можешь сюда принести как пример? Ну, наверное, оскорблять, унижать, материться, пинаться, драться, кусаться. Много чего можно привнести в список неконструктивных в стаканом в лицо с соком апельсиновым. Так, материться сугэнергия. А я помню, материться сугэнергия, это синэн зэянлэ... Зэнлэ гадэт, зэнлэ гадэт. Айе, мин бу юнэлэштэ бик тэрэшэп шлим, сугэнмэнскэ тэрэшэм. Шоан кэрэ, мэна тэгэ, яхшэ гадэтлэр исэмлэгэнэ плюс кэрэгэ бэла. Тэгэ нишлибэс. Пинацэ, тибэнэргэ. Полить водой, обливать человека водой. Су сибэргэ. Мы ничего плохого не учим, мы просто переводим неконструктивные действия при споре. Я, знаешь, как думаю, при монтаже можно сделать, типа, как спорить татарща? И сразу начинается сюгэнерге, тибрге, сусибрге. Сусибрге, угу. Кынарга, ударить, бить, кынарга. И вообще на татарском слишком много слов, синонимов, чтобы обозначить ударить, бить, драться. Не знаю почему. Не знаю, почему такой интерес именно к этим неконструктивным видам ведения диалога. Я что-то еще забыла. Плеваться. Плеваться. Тэкэрэнэргэ. Тэкэрэнэргэ. От слова тэкэрэк, то есть плевок. Щэщэн ёлхэрэ. То есть... А это у нас было, кстати, в теме депиляция татарща. Точно, бесплатная депиляция. Если вы поссорились с неадекватным человеком, то вам еще и волосы вырвут. Я уже говорила, что спор еще может быть использовано значение пари. Когда мы заключаем пари, мы говорим хасьме, да хась. И многие, наверное, знают такую игру или смотрели фильм про это. Ядащ. Кто-то говорит ядащ, кто-то говорит жядащ. Это тоже игра на спор. То есть кто кого подловит на невнимательности, там, по сути. Да, то есть там оппоненты тоже спорят на этой косточке, кто кого раньше подловит. На невнимательности, получается. То есть я, если правильно помню игру, там нужно просто поймать человека, когда он забыл, что он играет эту игру, и что-то ему подсунуть и сказать вместо него «ядящ». А если он скажет «ядящ», то все. Да, это игра на внимательность, на скорость, потому что если ты даже помнишь, тебе надо быстрее среагировать, чем твой оппонент, сказать быстрее ядач истя, прежде чем противник скажет. Айнур, а я сейчас предлагаю нам тоже поспорить. Я предлагаю вот такой спорный тезис, а ты предложишь свои аргументы за, если ты согласен или нет, если ты не согласен. Тезис такой. Бугэнгэ заманда татартэлэ бэркэнгэдэ кирэкнэ. Кызык, Римма, башта итэргэтэлим, мин синэн блэн килишми, мин риза түгель, мин бу тезиска коршын. Миним үшін бу тезис бик шиклі, хэм миним шунды долиллар бар. Біріншіден, мин татар тілін білем, хэм мине бик яхшы башка түркі холықлар білен аралашырга. Мин татар тілі білем, хэм мин өзімнің нәнейлер білен татарша аралашам, олар бик шотлана. Хэм мин татар тілін білем, мин башка кишлерден бір тілге көбірек білем, хэм бу миним, мин ишанам, бу миним миімнің ішіне бик яхшы итіп, ниндидір ердем профит бере. Міне шулай. Сен шындай татарша етіп айттың профит бере, деп. Супер, мим хатта тәржіме айтасын келмей. Сен дәлел деп айтса, моторырақ болар. Дәлел, дәлелләр, ол йомшақ сөз. Дәлелләр түгел, дәлелләр. Башқасы белән мен әлбәттә килешәм. Хәм син қойсы түркі тілләрін аңлай алдың, шунда айтып кет. Менә мин қазақ киноларының, серияларының қорағанда мен оларының көбісін аңлайым. Хәм қырғыз тілі де шул, қырғыз тілі белән дә шулай. Хәм түрік тілін әзірек біраз привычка. Ну, если привыкнуть инде түрік тіліне, то тоже аңлашыла. Чөнки онда слова, буквы немножко меняются местами, но если вот конструкцию понять, то все. Ой, ну, экрингене русильне, кучтеда китте. Окей, а я казах тілін, казах фильмнарын субтитрларсыз, тәржімәсіз қарарға була, түрік тілінің қарарға була. Мен сенен білен келешем, Айна. А давай сейчас подытожим, какие мы новые сегодня слова узнали. Повторим заново. Бехас, спор, оно же пари.
аргумент. Дялиль. Уважение. Ихтирам. Хрмет. Килишем. Соглашаюсь. Килишмим. Не соглашаюсь. Риза. За. Корше. Против. Мюназара. Искусство ведения спора. Сомнение. Шик. Исследование. Ирену. Тикшерену. Пример. Мисал. Примеры из жизни. Тормуштан. Мисал. Талаш. Ссора. Конфликт. Передряга. Тибену. Пинаться. Тибенерге. Сусиберге. Облить водой. Текаренерге. Плеваться. Сеченилкрга. Вырвать волосы. Ядач. Это название игры. На этом сегодня все. Еще больше можете узнать в наших соцсетях. В Телеграме, в Инстаграме, на Ютубе, в ТикТоке. Подписывайтесь на наши социальные сети, учить татарский в легком ежедневном формате. Все ссылки в описании. Если это YouTube-версия подкаста, если вы слушаете в аудио, то ищите в поиске Айда онлайн. С вами были ведущие подкаста Римма. Хам Ойнур. Сау булыгыз. Сәлемет булыгыз. Айда подкаст. Учим татарский.